Всем доброго негра, друзья. С вами Роликс, и мы на многобойных полях встречаем Union Army и наш любимый клуб Legendary Stars в игре второй, я так понимаю, ответной, и спросим ребят, готовы ли они. Пока по 2 минуты мы еще доигрываем, хотя я бы уже сам бы поиграл 5-минуточку. Но посмотрим. Давайте. Гуа, жми, заменишь. Гуа, короче, поехали. Union Army против Legendary Stars. Ох. Так, Юнар пока в опоре. Ой, точнее, в дефе. Варяг играет за Union Army. Вот как у нас. Гусик. Гусик. Ох, гусик. Еще гусик пытается. Против хэтчбека. Давайте мы автокамеры, это я не успеваю. За движением мяча. Все волот. Ух, гусик, как гусик, гусик. Ой, гусик, гусик. Воля бы там уже зарешал бы по-любому. Ха-ха. Возможно. Гусик. Хороший здесь ладыгин. Ладыгин бьет, но не пробил. Окей, варяг. Ладыгин, хеджбэк, Всеволод, варяг. Варяг с гусиком. Варяг. Ой, дальше пытается. Гусик. Ладыгин попадает в дыгу. Дальше на варяга. Я только отошел, а уже 2-0. Как, чё за хрень? Чё за хрень? Блять, я надеюсь, камера там сняла, блять. Чё за произошло? Ну окей. Юнар. Хорош гуся. Гуся хорош. Но 2-0 уже в пользу Legendary Stars. И пробил. Ладыга. Сева. Сева. Вообще, а, Ибра я порит. Хеджбэк. ДжДж пытается на варяга. Варяг борется, правда. Ибра. Ну, тут уже все, в принципе, такой счет. Все, правда, бегают в Москва, кроме ДжДж, вот этих ветеранских. Тех обновлений. Время, гуся, гуся, ой-ой-ой. Мяч летает, короче. Мяч летает, но и мяч катится. Окей, го, не го. Го или не го? Ой, стоп. Стопе. Стопу. Так, а я снял. Снял. Ура. Без расслабки. Го. Армагеддон. Армагон. Не забудьте. Чё, го, го, не го. Блин, давайте я начну и не будем. Все, поехали. Сева. Сева. На гуся скинул. Юн. Нар в атаке у нас. Варяг. Ладыгина против Буфона. С такими вот шарами сложно. Вот с Лестом Буфон. Ибра, попробуй пробить им, забить. ДжДж пытается через центр. Юнар. Пытались хотя бы. Варяг. Вот тут что-то можно было получиться. В принципе. Ну, такой Юнар. Посмотрим, как это будет у нас. ДжДж. ДжДж. К успеху Кирито пишет. Окей. Пока Лес не думает атаковать даже, наверное. Хотя хеджбэк может туда выйти. Вот на ладыгу дает. Неплохо. И хеджбэк дальше прессингирует. Тут варяг помог. Варяг помог. Ладыкин помог. Сева. Сева не помог. ДжДж. Дальше на ладыгу. Ладыгин хорошую передачу давал на хитчбэк. А то варяг закрыл. Так, гусик. Наверх на варяга. Ой-ой-ой-ой. Не смогли. Юнар на хитчбэка. ДжДж почти поднял хитчбэка. Кстати. Да, Сева, ну, когда доигрывает и забивает еще мяч, и ЛС проходит в финал. ЛС в финале.
Гусь, Джедже, сейчас ЛС еще один может забить, поэтому хэтчбека сейчас можно вывести 1-0 на пустые ворота. Варяг, хэтчбек, Ладыга, Джедже, ну все, доигрывает Юнар, и хэтчбек все-таки забивает. Я был на 100% прав, что хэтчбек забил. 4-0, и вот закончится у нас, наверное, с таким счетом мяч. Больше забитых мы не увидим. Хотя хеджбэк, конечно, и забил еще один, но после окончания свистка. Это был финал... Ой, полуфинал, да, получается. Мегабол Нокаут Торнамент. ЛС в финале. И посмотрим, с кем они там будут играть. С вами был Роликс. Любите мегабол, живите мегабол. До встречи. Пока-пока.